С тех пор, как год назад в Иванове на базе спорткомплекса «Олимпия» была открыта школа-студия Ирины Слуцкой, известная фигуристка стала часто появляться в городе невест. В четверг она встретилась с главой мэрии Алексеем Хохловым. Обсудили перспективы развития фигурного катания. Слуцкая рассказала, что в ее школе сейчас занимается 50 ребят. За недолгое время работы среди них уже появились лидеры, которые занимают призовые места на выездных соревнованиях. Но одного катка мало. Фигуристка предлагает создать еще площадку для катания, например, на базе какой-нибудь спортшколы. Городская администрация обещала обдумать идею. Свое решение Алексей Хохлов озвучит во время следующего визита Ирины Слуцкой в Иваново. Одного катка очень мало. Также я сейчас вела разговор о том, чтобы каким-то образом построить муниципальный каток, который будет отвечать всем требованиям мировых стандартов для того, чтобы у детей была возможность полноценно готовиться. Потому что фигурное катание – это не только занятие на льду, это и хореография, это и джаз-классы, это и общая физическая подготовка, это и специальная физическая подготовка. И это рассмотрение определенных даже летних сборов в Ивановской области.